смотрите свежий выпуск экономического календаря на Дукаскопе ТВ. Давайте посмотрим, какие события и публикации запланированы на пятницу, 1 июля. Первыми в 7:15 утра будут опубликованы данные об объемах розничных продаж в Швейцарии за май. Объемы продаж снижаются в годовом исчислении уже на протяжении 9 месяцев. В 7:30 выйдут данные индекса менеджеров по закупкам в Швейцарии за июнь. В мае данные индекса превысили ожидания. Он достиг максимального уровня за последние 2 года. Финальные данные промышленного индекса PMI еврозоны за июнь будут опубликованы в 8. По предварительным данным, индекс достиг максимального уровня в этом году. В 8:30 выйдут данные промышленного индекса PMI Англии за июнь. В мае индекс снова начал расти, и сейчас он лишь немного вошел в положительную зону. Далее в 2 часа будут опубликованы ожидаемые данные промышленного индекса PMI США от ISM за июнь. В мае индекс повысился на 0,8 пункта, так как рост был зафиксирован в большинстве подсекторов. В это же время выйдут данные о расходах на строительство в США за май. В апреле расходы сократились, так как был зафиксирован спад в сфере частного и государственного строительства. С вами была Селест Скиннер, и вы смотрели экономический календарь на пятницу. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях понедельника. Всего доброго!